Или снова всем привет, это естественно Доспутин Интересы. Я хотел с вами сделать игровой тест телефона от компании Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE. Знаете, вот, ребят, впервые я скажу, что в Xiaomi сделали действительно классный телефон. Он тоненький, красивый, стильный, с отличным экраном. Да, 90 Гц, но не так все смертельно. Единственное, что в комментариях все писали, что камера здесь дно. Честно, я скажу, что все вполне интересно. Единственное, что отлично для меня, вот не нравится, что сканер включен и сбоку, но в любом случае все вполне окей. Синтетика, чтобы глянули для спортивного интереса, вот по экранчику, что указывается, есть, ребят, вот есть. Я попытался все в тесты, скриншоты делайте, знаете, я думаю, что все умеют и в конечном итоге будет вполне комфортно. По памяти, единственное, что хотелось, чтобы скорость была чуть быстрее, но в любом случае все вполне окей. Единственное, что тест в тротлинге, вот смотрите, здесь вот столько показывается, и я включил в долгосрочной перспективе, изначально стартовало изумительно, в конечном итоге, скажем так, в телефон слился по полной. Я не хочу, ну, что стесняться, включаешь, вот смотрите, в чем прикол. 60 и 90 Гц, и в любом случае герцовка экрана указывается. Вот, ребят, это не показывается в количестве в кадров в секунду, это указывается герцовка. И 60-ка. В чем прикол? Я думаю, что дело все-таки в прошивке у нас идет. Естественно же, включим программу, чтобы вот глянуть, что у нас в телефоне. По процессору, я так думаю, что все и так, ну, что в курсе, я сэкономил и купил с 6 гигабайтами памяти 128 с постоянной. Но в чем плюс, что в чистая глобалка у нас идет, и хлама вы вот не увидите. Аккумулятор тут типа и слабенький, но знаете, сколько вот я им пользовался, было вполне комфортно. Так, вступление, я думаю, что все услышали. Естественно же, используем в телефоны интернет. Вот я надеюсь, что все видят. У меня включены еще за компанию и часики, и домашний интернет. Ну, что глючит чуть-чуть, но в любом случае включаю, показываю. И по экрану, я надеюсь, что все увидели, в 50% идет. Я думаю, что для телефона будет все вполне окей. 76% есть. Изначально в температуре, я так думаю, что в классное. Тут, ну, знаете, вот сколько ты ими пользуешься. Всегда, вот если ты из улицы, то все круто. Графика включена по максимуму. Естественно, знаете, с таким с телефоном и вот не включать по максимуму, вот я считаю, что все-таки глупо. Есть и стартуем из первой игрушки. Извините, но автомобиль, естественно же, будет в тот, что вот я вот самый из любимый у меня. Я включаю и делаю. Ну, сделаем две каточки, чтобы вы увидели. Что из плюсов вообще в телефоне? Естественно же, что здесь динамики, что здесь. Вот, ребят, стерео, это все-таки я вам скажу, и что круто. И плюс еще, что вот именно в плане дизайна, в компании, знаете, они сделали уже вот не дешевка, тем более, вот если вы покупаете из Китая, то я вам скажу, что это просто бомба. Ну, при условии, что из таможни все классно будет, конечно же. Кстати, изображение здесь, я вам скажу, что вполне комфортно. Кто первый? Ленька первый. Ну, вот честно, вы знаете, с герцовкой, вот единственное, вот, ну, как-то вот мне интересно. Ты включаешь в 90 Гц, а по факту-то, вот смотрите, герцовка экрана включена, и 60-ка. Да, такая игра, ну, показывает столько герц. Но вот, ребят, все приложения в 90, вот я вот здесь вот не увидел. Я думаю, что все-таки компания сделала и схитрила, чтобы все приложения полностью и сли с герцовкой попроще, их специально, вот, чтобы, знаете, в телефона вот не было тротлинга конкретного. И все. Вот так, что вот мне в голову пришло. Включаем следующую игру. Ждем. За компанию, вот в чем плюс, вы увидите, что по аккумулятору скорость включения игр. Я думаю, что все-таки будет кому-то интересно. И, конечно же, в концовке вот будут игрушки поинтереснее.
изначально стартуем с таких штов попроще, но вот именно вот здесь оптимизация, конечно, знаете, вот сколько было в телефонах, иногда бывает, что в печалька по полной шла. Ага, да-да. А так. А ты что? Красава. И в шоколадку или нет? Нет, смотрите, и живой остался. Ага, бывает и такое чудо. Понеслась. Ну, конечно же, тут я чемпион по полной. Шикарное окончание гонки. Так, есть. В первая игра я из памяти, знаете, не думаю, что стоит их все выкидать. Но в любом случае будет и включаться. Увидим. Единственное, вот смотрите, вот я включаю стендов, специально сделал экранчик вот так. Вот здесь указывается, сколько у нас в кадрах в секунду. Да, в телефон с таким с процессором, ну и по памяти, в комфортненько 120 втянуть будет. Но вот, ребят, чувствую, Xiaomi сделала, чтобы было все экономнее. Специально, чтобы вот не думали, что я вру. Посмотрите, я включенного по максимуму, да, есть. Так, я включаю что-то в попроще. Я думаю, что все из подписчиков в курсе, что я вообще плохо играю в такую игру. Но специально для классных пацанов, что попросили, то я включил ее в игровой тест. Тем более, плюс, что здесь у нас есть в количество в кадров в секунду, что вот не влияет на то, что мы делаем в игре. Телефон и интернет включен. Я так думаю, что все классно должно быть. Но иногда сталкивались с моментами, что в первое включение бывает чуть долговато. Потому что телефон и интернет, вот, ребят, знаете, в чудеса, вот, не верьте. И снова, указана герцовка экранов. При том, что изначально включал, что в 90 Гц идет. Не думайте, что это в количество кадров в секунду. Вот, ребят, это всем для информации. Ну, в программу в Gamebench я так и не устанавливаю. И хотя вот есть у меня доступ к ней и все полностью, но там есть, знаете, свои приколы. Так, я за спецназ буду, блин. Я хочу автомат. Закрыть. Ура! Так, и смотрите, по кадрам в секунду изначально все классно у нас идет. Ну, цифры показываются вполне окей. Ай, блин. Со снайперки ушатали. Но, кстати, количеству кадров в секунду было все классно, ребят. Ну, за компанию попали. И сейчас, естественно, вот что вот Ленька будет делать? Сливаться, правильно? Ну, и я думаю, что все в курсе, что я специалист в эту игру. Блин. Да. Ура. Где ты, где? Моя милая. Ура! Нападение. Ого. Ха-ха. Ничего себе. Блин. Не, на Свинчестера и впритык, я вам скажу, что это, я так думаю, что больно и неприятно. Так, ну, знаете, о чем то, что только что ушатал кого-то. Звук, кстати, классный вполне идет. Ничего себе. Двух сразу. Ага. Ничего себе, вот Ленька иногда чудеса вычворяет. И снова чудеса, пацаны. На. И текаем сразу, а то сейчас будет, естественно же, что... И снова попали. Ага. Ленька чемпион. В панорянии бетон. Да блин, что ты бессмертный такой. Спрятались кустики. Встречаем. Раз, два, три. Ага. Попал. Ну блин. Да-да, конечно. Нет. Ай. С
спецназ-чемпионы. Эй, блин. Да. Все-таки иногда я сливаюсь. Есть. Идем снова-таки вперед. Передаст. Опачки. Раз, два, три. Ай, 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 ай. Ну, иногда, знаете, бывает, случается, что вот не успеваешь. Извините, если вдруг громко. Все-таки вот это, знаете, я акцентировал, что часы стереозвука в телефоне, это я вам скажу, что вообще круто. А так. Ты бессмертный, блин. А, я ушатал снова кого-то. Смоляй давай. Ох, блин, то. Да. Потому что там их трое было, то, конечно же, ничего бы у Леньки вот не получилось. Вот, ребят, ну, конечно, динамика игры, да, играем по кадрам в секунду, не все так круто, но не так все плохо. И снова я кого-то ушатал. Ага. Так, там попрыгунчики бегают. Блин. И снова я кого-то ушатал. А так? Ага. Да-да. Блин, не, ну так нечестно. Я бы смог, наверное, кого-то убить. Не, вот с такими неспасами, вы знаете, играть в конечном итоге, что кустарниками, вот если в танке чуть-чуть неинтересно. Стена. Так. Это стена была. Так, все. Есть, есть. Ну что, думаю, что все увидели, что игралось вполне комфортно. Включаем в конкурента его. И смотрите, вот именно абсолютно вот ничего вот не изменилось из герцовкой экрана. И плюс скушало 2%. Но изначально это учитывающий скидку на то, что мы сделали, что используем телефон и интернет. Честно, пока изначально, учитывающий вот емкость аккумулятора, учитывающий какой крупный экран, я вам скажу, что это вполне все классно. Я сталкивался с телефонами, где покруче, тем более у нас в перспективе еще ждет игровой тест телефона от компании Moto, там 144 Гц. И там, кстати, я включал с герцовкой, была, знаете, в клоунада похожая чета. А что это? Нет, Doom меня, честно говоря, вот не интересует. Меня интересует вот это включить, чтобы вы глянули по качеству графики. И чтобы вот не шеврать, я им пользуюсь уже где-то дня 4-5, как минимум. И честно, вы знаете, вот единственная причина, это, естественно же, что датчик приближения, что вот меня вот не сильно устраивает. И хотелось бы, чтобы он и включался, и срабатывал, ну, знаете, покруче. Но, честно, я скажу, что для меня вот не так смертельно скачивается в программы. Это просто всем вот для информации. И в конечном итоге все вполне комфортно. И вот рассказывать, что все там апокалипсис уже. Вот нет, вот, ребят, бывает похуже, и знаете, вполне все классно. Ах вы, блин, засранцы. На, гномики. Ага. И колбасы. Так, и снова стало вот громче. Вот, ребят, по динамике я говорю, что здесь и вполне классно. Кстати, еще что вот увидел с вибрацией. Честно, я никогда, я всегда акцентировал, что для меня это, знаете, вот не, ну что главное, но тут было все классно. Так, звук изображения включаем. Смотрите, все включено по максимуму. Включающий включил все плюшки, что есть в игре. Считаю, что вот единственное, вот здесь я там уже не сильно, знаете, увлекался. Тем более, что вот не сильно и касается вот этих, ну и всего интересного. Ну вот просто вот гляньте, такой степени он тоненький.
Кстати, в камеры вполне вот смотрится симпатично. Единственное, что в претензии к широкоугольной, честно, что дно идет, но вот есть люди, кто, знаете, их использует. Что гляните в примеры, по фото и видео, и думаю, будет уже вполне интересно. У нас изначально оказался автоматик, вот, ребят, а тем более, вот если еще и графика по максимуму, в таком случае будет играться уже покруче, по опыту, как минимум. Не, вот я хочу вот такую штуку лучше взять. Ох, там кто-то и стреляется. То, что ты дал, ну, бывает такое, конечно. Где? Ждем. А так. Ага. Да-да. Тузики. Побежали. Так, мне надо спасти с командой чувака изначально. Да, я так считаю, что будет по-правильному. Ага. Ну что, видите, все-таки вот если в команде играешь, то лучше иногда и быть в команде. Ого. Супермаркет прям. Но вкусняшек. Вот что вот Ленька ищет всегда. Естественно же, пулеметы. Ребят, меня интересуют только пулеметы. Все остальное мне абсолютно вот не интересно. Но в любом случае за компанию чуток побегаем. Опа, снова кто-то есть. А чё ж ты, блин, бессмертный? Ой. Ну, вот видите, иногда случаи бывают, что вот Лёнька вполне терпимо играет. Тем более, что, знаете, вот если графика по максимуму, честно, играется вполне в комфортно. Единственное, что вот там убили и... И снова убили в кого-то, а там дистанция по карте что у нас? О, не, он слишком далеко от нас. Знаете, хотелось бы спасти, но уже в такой ситуации вот не получится. Так, что вкусное? Где гранату? Сумку надо искать. Опа, и споймали фриз. Что, думаю, что все видели, только что было, да? Ага. Да, ребят, что я не стесняюсь, знаете, и говорю... Там бывают такие приколы. Ну вот мне интересно, есть улучшение. Ну, включай. Опа. Чупа-чупс в карман. Сказали только что. И что делаем? Естественно, вперед. Так. Я думаю, что будет спокойнее. Ага, и снова кто-то где-то бегает. Привет. Угу. А как же мои тузики? Так, сейчас бомба его окончательно ушатает. Раз, два, три. Не-не-не-не. По опыту стать сбоку вот лучше и спокойнее остаться в живых. Но графика, вот, ребят, я вам скажу, что здесь, конечно, огонь. Всех убили. А так. Ого. Ты прям как, знаете, ну, в кино там или где-то. Есть. И следующее. Опача. И снова включаешь. Не, прикольно. Но по качеству в графике, вот, честно я скажу, вот я не знаю, там
что вы в камеру видите. Но думаю, что все увидели, что иногда притормаживают. Вот единственное, я не знаю, это или из-за плохого интернета у меня, или просто, что все-таки в телефон, ну, скажем так, вот не справляется. Температура чувствуется, что стало теплее и конкретнейше. Вот, ребят, да-да. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, ну что, включаю все-таки по привычке от первого лица. Вот извините, вот, ребят, вот я так сколько, ну, все игры играю, то мне вот так чуть-чуть комфортнее все-таки. Не стеснялся и говорил всегда об этом. Вот единственное, вот знаете, чтобы оказался автомобиль, чтобы вы увидели, как еще, если мы кататься будем. Ага, кусты. Где все автомобили? Вот я в конце автомобиль увидел. Побежали. Опа. Чупа-чуп. Да, блин. Есть. Нет. Не включается. Пам-пам-пара-пам-пам-пам-пам. Но графика, я вам скажу, что просто бомба. 100%, ну что, знаете, кто-то там примахается, что притормаживает. Да, я не спорю. Где кто? Привет. А так? Вот и все. Так, по аккумулятору. О, ну что, чувствуется, что аккумулятор изначально, вот смотрите, до какой степени, вот сколько скачки, ну что, были, и при том, что в герцовка экрана вот не изменилась. Вот, ребят, я вам скажу, что это не сильно комфортно. Ну, мы вот что делали, естественно же, убили его. Есть теперь вот снова автомобильчик. Там-там-там. Мы едем, 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 далекие края, берем с собой девчонок и больше никого. Ого. Ай. Ай. Ну, джип это не так интересно. О, демон, привет. Где ты? И думаю, что все видели, что только что игра чуть-чуть, да, притормозила. Вот, ребят, да? Или нет? Да. Ну, естественно же, попытаемся немножко постреляться с ним. А, помоги мне. Есть! И все-таки получилось у меня. Так, что-то вкусное у нас есть? Есть. Ну, вот видите, вот ты пытаешься и стреляешься, иногда все-таки в конечном итоге что-то да помогает, но я смотрю, что автомобиль где-то есть. Опа, и снова фриз. Был только что. Включайте бег, естественно, чтобы было поинтереснее и, знаете, не притормаживал. Но по опыту. Ну что, я так думаю, что все увидели. Извините, вот единственное, я только все-таки чуть-чуть в память почищу. Из-за того, что, знаете, для телефона, что вот мы что держим игрушки в памяти, тем более, что вот не слабенькие, то я думаю, что будет чуть-чуть
печалька. И смотрите, герцовка изменилась. Угу. В чем прикол, честно, вот не знаю. Вот, ребят, и хотелось бы что-то и сказать вам, но вот я вообще, вот знаете, вот я не хочу рассказывать, что здесь и количество в кадрах в секунду, все бомба. Единственное, что действительно в телефоном пользовался. Единственное, что игры вот не играл. Телефон, я вам скажу, что классный. По поводу датчика приближения, 100% там, наверное, все блогеры сказали, что это, ну, полный хлам. Да, 100%. Но вот, ребят, я скачал в программу 2 мегабайта. Ставится, включаешь автозапуск, и все классно. И знаете, для чего вот на таком акцентировать, вот как все, и говорить, что это самое, что дно, вот, ребят, вот есть дно по конкретней. Мы сталкивались с телефонами, где была стоимость вкусалась по полной, а там уже было вот действительно дно, ребят. Так, prepare, есть. Ну и попытаемся поиграть. Кстати, игрушка на таких, вы знаете, в телефонах, что попроще, вот не идет. Но в прикол с герцовкой, честно говоря, вот для меня дико и интересно. Вот как там, в те игры, было похуже, а тут включается все вполне окей. Кстати, в графика включена по максимуму. Скип. На, колбасу. О, блин, ах ты овца. Так, извините за эмоции, я бывает иногда чуть-чуть впечатлительный. Ага, а так. Ну, вот, честно говоря, тут спешить для Леньки вот не стоило. Не-не-не, вот лучше мечами тут колбасится, то она вполне классно бьется тогда. Так, ау, ты чё, уснула? На, шоколад называется. Добивай, давай, давай. И снова в шоколадку. Так, ну, в чем прикол, что первого мы все-таки ушатали. И тут окончательно называется в колбасу на контрольный. Так, ребят, ну, извините за эмоции. Знаете, иногда я бываю слишком впечатлительным. Из-за этого бывают такие приколы. Ай, блин! Help me, please. Так, ну, лучше... Так, ты же с пушкой. Давай добиваю. На. Ага. Да ты ж вообще, блин. Ай-яй-яй-яй. В спину. Ага, а так? Да-да. И окончательно. Колбаса. На. Давай, красавица, ты умеешь. На. Да блин, да чё ж вы не умираете? А успел смотаться просто. Ого. Называется в колбасу. На. А так.
Так, ребят, ну извините за эмоции, знаете, я иногда бывает аж слишком конкретно увлекаюсь, но в любом случае идею все поняли. Вот видите, вот все-таки по стротлингу там указывалось, что изначально, ну вообще на что способен телефон, то вот он, чем больше вот мы играем, не получается. Но герцовка экранов показывает, что все у нас вполне классно. И снова чистим систему от ребят и включаем уже, знаете, вот в те игрушки, чтобы было уже вот не сильно скучно. Здесь, кстати, по памяти, по-моему, в графиках включена по максимуму, ну, в настройках сейчас секунду вглянем, чтобы вы увидели, не говорили, что я там пытаюсь вот рекламировать в телефон. Но вот, ребят, знаете, вот единственная причина, к чему здесь примахался бы я, это только датчиков приближения, но скачивается в программу, ставится и все. Так, смотрите в графику, чтобы увидели, по-моему, все по максимуму включил вроде, да? Кто в теме, то пишите в комментариях. Ну, ну знаете, иногда вот что-то вот я все-таки вот делаю вот не так. Попытаемся чуть-чуть еще поиграть в такую игру, тем более, что игра вот не из слабых, температура, я думаю, девайса... Не, и спустилась, кстати. Да понял, что мне там и чупа-чупсы, и шоколадки, и чупакабра, если полностью есть. Окей. Включаем. Угу. Ну, вот в чем плюс, вот видите, в такую игру, ну, температура упала, из-за чего вот мы играли в Call of Duty, температура стала побольше, я так и не понял. И снова герцовка экрана, и смотрите, включается 90. Честно говоря, мне чуть-чуть дико, что такие цифры показывают. Так, где-то мы тусуемся куда-то. По аккумулятору, извините, 64, 12%. Ого! Xiaomi, это что было? С подсветка у нас сколько было и столько осталось. Ребят, тут ничего не изменилось. Давай! Долбить, колотить называется. А тебе? Ого, это типа крутой чувак какой-то был. А так? А так? Шоколадку. И тебе, да? И тебе, и тебе. Ну, смотрите, в целом играется, по-моему, вполне приемлемо. Не могу я сказать, что плохо или что-то. Здесь по игре и процессу вот не имеем вообще претензий 100%. Все вполне комфортно идет. Шоколадку. И смотрите, и не тормозит, и вот не глючит. Вот единственное, что по аккумулятору из-за чего-то именно в играх, или за то, что я включил герцовку экрана, то притормаживает. Вот, честно говоря, вот я и не знаю. На. Так, а где мы с боссом будем биться или нет? Или здесь просто так скучно будет? Опа. Мы включили, что мы... Супермен типа. Ты что, бессмертный ли что? Честно, вот, ребят,
Ну, игра и с красивой, и с графикой, и, по-моему, тут уже сделано все прикольно, но лучше, я надеюсь, что все увидели, что играется изумительно, при том, что и графика включена по максимуму, из-за этого выключаемся. И сейчас уже включаем следующую игру, чтобы испытание для всех телефонов, здесь вот действительно она ставит все телефоны на колени, тем более, что будет в курсах покруче. Вот акцентирую до такой степени вот здесь, сделано и здесь. Вообще, по памяти, у меня, по-моему, в 3 телефона, где было, вот, ну, что вот нет в подбородках. Тут я вам скажу, что круто. Все-таки компания попыталась и старалась, тем более, что стоимость $260, вот если с купонами, или 290, вот именно вот, покупал я этот телефон, и в $30 купон у меня был. Я вам скажу, что это круто. Что в любом случае, за те деньги, что он стоит, это вполне интересный телефон, с классной камерой, дизайном, экраном. Блин, одни, ну, плюсы. Но, естественно же, из конкурентов у него есть вот Realme GT ME, это 100%, Realme GT Neo 2T и, конечно же, первый от Neo. Вот, ребят, там вообще, особенно 2T ты играешь, и кайф по аккумулятору, все классно, экранчик все-таки 120-герцовый, и что еще из плюсов, он все-таки в компактнее идет. Но вот здесь в плане дизайна, вот честно, вот лично для меня, Xiaomi все-таки наконец-то свершилось и сделали в чудо, и сделали вот действительно шикарный телефон. Вот в плане дизайна, что тонкий, удобный. Единственное, что ты вот держишь в руке его и грани, знаете, такое чувство, что врезается. Вот сделали бы прямыми его, как в Moto, то я считаю, что было бы чуть-чуть поинтереснее. По графике, я так думаю, что изначально включено все в по минимуму. Секунду включаем. Честно говоря, только скачал ее, графика. И смотрите, все включено, считаю, что в по минимуму. Скажу попроще. В телефон в курсе, что издеваться из него вот не стоит. Тем более, что вот мы включаем и играем с такой с графикой. И думаю, что все увидели, что есть... Чуть-чуть фризы у нас. А меня убили за секунду. Как? Так, не-не-не-не. Тикаем, тикаем. Все. Так, включаем. По памяти у нас что-то в сумке должно было быть вкусненькое использовать. Ага. Ну что, в чем прикол, что ее окончательно ушатали. Так что использовать есть. Ничего, будем спасать этого. Все. Мы, в чем плюс? С полными силами, так что думаю, будет уже чуть-чуть попроще с ними биться. Вот этого чувака старта надо добивать. Так, думаю, что все видели, что фриз только что чуть-чуть был все-таки, ребят. Добивай давай. Ага. А так биться? Легко? Знаете, вот что хотелось бы искать в такой ситуации. В целом игралось вполне приемлемо. Что это за фигня? Костер, чтобы бульку ушатать.
А так, ага. Да-да. Ай, блин. Help me, please. Опа. Суперменом стал только что, и будем добивать их всех сразу. Ты можешь, Ленька, давай. Так, по идее мне вот этого надо. Было бы бомбить сразу. Ты бессмертный или что? Ты бьешь и бьешь и бьешь его. И все равно ничего. Так, и снова бью босса. Есть. Ну и все-таки, вот видите, иногда и случается в чудесах, что ну, заканчивается, что у Леньки что-то да получается. Графика игры, конечно же, вполне интересная. В целом, динамический бой был. Я бы не сказал бы, что там, ну, чтобы конкретно притормаживал ребят. Но вы учитываете, что мы играем с минималками, и это, честно говоря, для такого процессора это печаль. Я не хочу вот рассказывать, что это круто все идет, потому что глупости будут, тем более в температуру, чтобы все глянули. Но телефон вот на, ну, вполне все круто. Вот единственное, что, вот смотрите, в герцовку, думаю, что все увидели, что все-таки с герцовкой у нас не все так классно. Привет, Булька. Ты остался у нас? А так, где ты, Булька? Добиваю. Ты камнем стал или что? Так, все. Шубульку мы ушатали все-таки. Ну, вот видите, иногда бывает и такое. Конечно же, по аккумулятору 16%. Да. Честно, вот, ребят, по опыту я вам скажу, что это не сильно комфортно, но в целом, что в телефон с тон, ну, и с маленьким аккумулятором идет, но вот чувствуется, что именно вот из-за тонкости в телефона в компании вот где-то ушла на уступки. Ну и попытаемся что еще чуть-чуть летать, чтобы вы увидели. Я не знаю, из-за чего все бойгеры показывают, тут, если вы включаете и летаете, это что-то изменяется. Но температура какая была, такая и есть. Чтобы сказать, что все плохо, 100% вот нет, вполне игралось комфортно, но иногда все-таки сталкивались вот мы, что чуть-чуть в телефон притормаживал, и при том, что графика включена по минимуму. С таким процессором должно быть все идеально, ребят. Но вот видите, вот здесь, скажем так, исключение. Что, все устал? Полетели. Ура! Тишина. Бульки, где же вы? Так, извините, что прикалываюсь иногда и кричу громко, но я смотрю, что в конечном итоге у нас изначально тишина идет. Только оказались или звери, или лебеди, но я уже их, ну что, убивать не хотел, и снова поймали чуть-чуть фриз. И смотрите, и герцовка экрана вот не изменилась, вот, ребят. С чем... Ну, из-за чего такое и случилось, честно говоря, вот я ее
и хотелось бы и сказать, но вот я не знаю, в теории и с такими с настройками, что мы играем, в телефон должен был идти идеально. Но вот есть вот такая штука, что с названием тротлинг, ребят, да? Да. Вот я думаю, что все-таки вот дело вот здесь идет именно в тротлинге. Не в том, что там оптимизация игры или что, а именно из-за толщины в телефона, то, естественно же, сталкиваемся с такими приколами мы, ребят. Опа, и фриз. Конкретнейший причем только что был. А так. Ушатали. Что все? Ау, где же вы? Да. Честно, думал, что будет поинтереснее. В конечном итоге мы за секунду, скажем так, всех убили. Так, извините, вот, ребята, думаю, что все увидели. Чистим систему, естественно, и герцовка экрана вот только изменилась. Вот вы прикиньте, вот сколько мы играли, да, и герцовка вот не изменилась, и снова в титанке включаешь. Да, я в курсе, что включается, ну, но смотрите, в танки идут 90 Гц и 60, ой, 120, а в телефоне в 120, вот вы вот не увидите. Кстати, вот думаю, что в танки вот все-таки для в телефона будет чуть-чуть с перебором, тем более по графике я там сделал в печальку в пополной, вот смотрите, чтобы глянули, включено, чтобы было в поболее. Текстуры вот не включал. И смотрите, вот скачано все. Ну, и графику, и тени там вот я вот не делал, чтобы было не с перебором. И попытаемся чуть играть. Но, кстати, в телефон теплый конкретно. И думаю, что вот, знаете, вот в танки мы будем играть. И, конечно же, будет все-таки температура становиться поболее. Но сейчас увидим. Ау, ты куда? Да блин. Парам-папам. И смотрите, 100% телефон, вот если б я включил ограничения, брал бы их, то было бы еще покруче. Но, естественно, ох, там, конечно, и с такими станками, а стоковая пушка, вот, ребята, вот это самая, ну что, глупость, что Ленька сделает. Сейчас, ну, попробуем. Так, в количеству в кадров 60 пишется и 61. Но нас интересует, что вот, ребята, взрывы. Да, в туше. Кавалерист. Давай. Ты 100% захочешь выскочить. Опа, и текаем сразу. Бэбэхи. Ох, а тут еще и хэвик. Оу, щит. Помоги мне, блин. Задний ход, нет. Идет. Двинулись. Так, ну что, грилёныш, в принципе. Чё вы испугались? Ура, ай, блин. Да. Теперь я понял, из-за чего они испугались. Да. И смотрите, вот сколько было по кадрам в секунду, вот ничего не изменилось. И 60, и 61. Игралось вообще вполне комфортно. Тут в претензии к телефону 100% это не имею. Вот единственное, что вот Леня, ну, действительно плохо играю, что просто вот видите, изменяется ситуация и в жизни. Вот смотрите, из-за чего телефон притормаживает, что спустилась в температура у него. И все. Вот я думаю, все-таки вот дело в таком. Но в кадрам в секунду у нас вообще все круто идет. Скажем, изначально для телефона в плюс, кто увлекается играми, то, конечно же, будет чуть-чуть комфортнее идти. Но попытаемся. Кустики сразу. А кто спереди у нас? Тигр или не? Да. Опа.
И не... Сюда стали. Епись. Чифтейн. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Угу. Так, в по... Что по пишется в по FPS-ке? Опа, успели. Ого. А кто тебя за секунду ушатал? Ну там их трое, вот ребята, знаете, бабахач. Офигеть. И в контрольный... Да. С такими станками, вы знаете, на том чуде, что у Леньки, играть, честно говоря, это глупо. И делаем мы что в такой ситуации? Тупо втекаем, чтобы... А вдруг останемся в живых? Ну тут, конечно же... Ну и куда тебя пробивать? Да понял, что мне уже все. И смотрите, по кадрам в секунду в целом ничего не изменилось. Играется вполне в комфортно. Что делаем в такой ситуации? Включаем графику. И для спортивного интереса включаем. Для всех высокая, высокая. Но смотрите, включили все уже по максимуму, чтобы для телефона, скажем так, было уже по... Честно говоря, я думаю, что будет сейчас указываться в 30 кадров в секунду по максимуму, учитывая, сколько вот мы играем. Единственное, что по аккумулятору изначально вообще, скажем, печальная картина у нас идет. 20%. Ну, скажу честно, 19 было, но я уже думаю, а и пусть 20 будет. Че, все туда? Ну, в таком случае все туда. Так, и смотрите, что у нас по кадрам. Ну, кстати, все круто идет. Чу. Но, думаю, игра будет притормаживать именно из-за этого. Точка А, а все в точке С. Ну, вперед. Пара-па-пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой. Не-не-не-не. Там, знаете, из десятками, вот если ты играешь, то... Скажем, что ты окажешься в шоколадке, это 100%. Привет. Угу. Да-да. Так кто ж меня, блин? Есть, успели и текаем где-то. Ага. Тут еще и стал. Ну, попытаемся. В любом случае. Ну что, бабаху ушатали за 2 секунды. Честно я скажу, что в печалька. И смотрите, изначально играем. Все у нас... Блин, да кто? И смотрите, в кадрам в секунду в 59. Ну что, к чему я? Что мы включили... Графику по максимуму и играется вполне в комфортно. Единственное, я думаю, наверное, температура у телефона стала побольше. Да, стал чуть-чуть теплее, но, знаете, сказать, что по полной 100% вот нет. Я вам скажу, что плюс конкретнейший для в телефон. Ну, идем вперед. Так, смотрите, по кадрам в секунду указывается 59 в ПК. Туше-туше или нет? Есть 59 и 60. Ну, в целом, изначально все классно. По кадрам в секунду. Опа. Ой-ой-ой. Успел? Успел. Так, ну там прога. Парам-пам.
А это что за? Ну, вы знаете, в чем плюс, что вот этому в кульпита я чуть-чуть попал в кадрам в секунду, все окей. Но что в печалька, что тут считаю, что вся команда противников. Блин, ну вот как? Вот ты стреляешь и абсолютно вот ничего ему, вот Ленька, а он стреляет, то 100% попадение. Ждем, Гриленыш, встречаю, давай. Раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Тикай. Ленька, у нас еще 2 секунды. Да что за пушка, блин? Тусе в кульпита. А куда тебя пробивать хотя бы? Да. Опа. Да. И смотрите, в чем прикол, что в кадрам в секунду игралось все вполне классно. И снова такие. Знаете, кто ищет в претензии, то 100% придумать. Но и смотрите, в PUBG New State только что было 90, вот тут включилась игра и 60. В чем прикол, что скачано все было. И в 90 Гц я из-за чего-то вот не увидел. Да, я там старший и слепой, знаете, в такое дело. Но включалось бы, то включил бы и для вас ее. Но вообще глянем, вот что сейчас. И смотрите, в танке играли, чувствуется, в температура у телефона все-таки стала чуть-чуть побольше. Есть. Стоп. Включаю настройки. Есть настройки. Есть и графика. Ну, смотрите, в целом все включено по максимуму. Вот единственное, что вот нет именно 90 герцовки. Я так думаю, что все-таки вот есть и гайды, и инструкции, чтобы включить. Извините, вот, ребят, я вот не геймер. Из-за этого мне вот показывать. Вот я просто показываю, что по аккумулятору и сколько, ну, температура у телефона. Окажется интересно, скажем так, все классно, но чувствуется, что становится в теплей звучание. Ну, вы знаете, с картинкой все классно, это 100%. Встали и бьем в ухо ему. Че ты там? Все классно? Нет. А так. Так, ну это оказался какой-то педик. Извините. Гей. Пара-па-па-па. И снова что делаем? Бьем, правильно? Но в таком прикиде, извините, это тоже, вы знаете. Ну, 100% игра, но не знаю, оказаться в джинсах и футболке, я считаю, что вполне в комфорте. По изображению я считаю, что пушка. Знаете, вот если ты включаешь все-таки графику по максимуму, это 100% круче, чем вот, ну, вот играть. Вот единственное, что все-таки по экрану, конечно же, и хотелось, чтобы был с 90 герцами. Вот просто, смотрите, вот ты включаешь установки, графика есть здесь. И ты включаешь, и смотрите, вот нет в пункта, чтобы герцовка изменялась. И в любом случае, и в телефоне указывается 60 Гц. Вот, ребят, скажу вот так попроще, вот не ждите там в чудо, что будете играть с 90 Гц игрушки, ну, кадрами в секунду. Тем более, что мы чуть-чуть в Call of Duty поиграли, и температура у телефона все-таки стала побольше. Так, а я управляю в кем-то, или мы с командой летим? Да не вы. Побежали. Домик бегу. Ну, кстати, изображение в тебе. О, блин. Испанец?
Так, ну, знаете, вот если ты с автоматом, а если ты с двумя автоматами, то всегда и спокойнее, и с настроением будешь, и как-то все оно покруче становится в жизни. Пара-па-па-па-па-па. Вот эта штучка поинтереснее для меня будет. Тут с патронами все-таки покруче. И знаете, в чем прикол? Вот иногда с винчестером быть поинтереснее, чем с простой винтовкой. Все-таки. Но изображением скажу, что бомба. Класс. Где вы, друзья мои? Я слышу кого-то. Иду, иду. В ту сторону где-то мне. Так хотя бы где вы стреляете? Ого. Это еще такое прикольное. Не-не-не-не. Я лучше с пулеметом буду. В каске. Так, у нас есть и патроны, и аптечка. Стрельнем где-то, чтобы услышали, что мы встречаем с цветами кого-то. Да, ребят? Есть. И в целом, вот в чем плюс, вы хотя бы увидите, вот сколько вот мы все игры играли, как идет, что идет и к чему. Вот единственное, чтобы автомобиль еще оказался, то было бы поинтересней. Как раз и смотрите. Отыграли мы в час. Показываем по аккумулятору в 53. 23%. 23%. 60 минут. Это специально всем показываю. И температура чувствуется, что стало теплее в конкретнейшем. Но в любом случае, вот что вот Ленька вот делает, пытается еще чуть-чуть поиграть. Где вы? Что, дроны есть? Ничего себе, сколько все. Чемодан. Но меня интересует, где вы все? В чем плюс, что оказалось у нас еще бабло? Но я не знаю, вот вы только что... Ну что, вот кто-то глянул или нет, что графика изумительнейшая, все круто, но вот честно, вот, ребят, я не знаю, иногда вот сталкивался с моментами, что чуть-чуть притормаживает, игра понеслась. Парам-па-парам-парам-парам. Полите. Ох, блин! Ой, да. Покатались. Курс лечения, ну я не знаю, или это в таблетки пьются, но что-то вот Ленька только что выпил. Где вы? Ау. Да. Если тишина, это скучно, честно. О, привет. Так, а где это было? Стрельба. Тут или не тут? Где вы?
Ой. Чисто случайно я в него попал, ребят. Да, бывает такое, извините, естественно же, карточка в телефоне заканчивается. Но, честно, вот, ребят, впечатление, я вам скажу, что в целом все вполне еще приемлемо. Вы знаете, вот мы сталкивались с телефонами, где все было похуже, в конкретнейшее. Вы учитываете, что вот емкость аккумуляторов тут слабенькая в целом. Но справился в телефон с игрушками, я считаю, по полной. Где вы? Ой, ну я чисто случайно в него попал, знаете, по плану я аж вообще вот не стреляю, ничего, температура у девайса, что становится. Ну вот видите, вот стало чуть-чуть теплее, но в целом, знаете, сказать, что температура смертельная и печальная, вот нет. Вы учитываете, что телефон действительно тонкий до такой степени, что аут, это я не знаю, вот какие вот есть еще в телефоны в толщину и с таким, и с процессором, и с поддержкой в пятого поколения аккумуляторов 4250, это да, это конечно же вот не слишком круто, но и не так и смертельно. В ежедневном использовании все вполне комфортно и шло. Экранчик здесь по качеству, кстати, вполне классный идет. Так, где-то автомобили? А, это с командой моей? Блин. Залезь. Да. Я, конечно же, испугался. Ну и ждем кого-то, да? А куда ж ты его кинул? Ой, и кого-то мы попали все-таки, пацаны. Так, кинули чуть-чуть дымка, знаете, чтобы спокойнее было. А вдруг все-таки поможет. Залезь. И катаемся. Чувствуется, температура становится, мне кажется, чуть-чуть побольше. Вот видите, где греется. Вот где герцовка экрана идет, там и греется в телефон. Ребят, ну, вот сколько помню, скажу попроще. Где камера, то там и греется. Чё? Нет, смотрите, вот едем по чуть-чуть. Все-таки в чудеса случаются. Да-да. И чё? Ага, и все-таки попал у него. Прикиньте, да, пацаны? Идиот. Так, пока в автомобиле, то и пиво попьем немножко.
есть. Но вот смотрите, с герцовкой экрана вот все-таки в конечном итоге, вот видите, впечатка. И ну, что в целом и классный и процессор, и по памяти все круто у нас. Но 90 в герц, чтобы включить, то придется чуть-чуть поколдовать. Скажу попроще. Ого, колеба там идет. Ура! Где вы хотя бы стреляете?